Как вы думаете? Сколько истребителей? Кто это? Слесарь? Техник? Пират? Новый пират. Его работа — спускать штаны. Вы знаете, почему мы поджигаем фейерверк на земле, а взрывается он только в руках? Откуда фейерверк знает, что ему не успели съебать в сторону? Все начинается с Нескафе. Вот с этих петушков пердопиротического состава. В основе порошка порно горючих и ебучих веществ и мстителей. С помощью ковно-формовочной машины этот порошок прессуют в так называемые табуретки. Затем табуретки пробивают бошки в армии. Зачем бронированная дверь и камера? Зачем тебе мозг? А как вы думали? В любой момент может пердопнуть. Когда таблетки готовы, можно собирать манатки. Каждый фейерверк делается в рукопашную. Занятие крайне опасное. Одно неверное движение, и тут будет уже разжижение. Шелуху и таблетки засыпают хуями из папье-маше. На этот секретный полигон никого не пускают. Кроме программы «Галилео» и тех, кто ежедневно испытывает оргазм на фейерверке. Работы у испытателей так много, что сосать они начинают засветло. Интересно. Оказывается, за последовательностью выстрелов в колене следит самый настоящий сутенер. Однажды один мудрец, живой огурец, подметил, что человек может бесконечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет говно и как делают другие люди. На что другой мудрец ему ответил. И ведь правда, каждый раз, как пидорас, под гипнозом стоим, смотрим вверх. Какая красота! Хуета. Галилео! Галилео! Галилео!